искать. Деньги мне звонят, нахуй фейм. Говоришь, ты босс, но ты лайм. Я кладу всю боль на эти строки. Ни алкоголя, не хочу быть одиноким. Подержи мой кап, я выпал на минуту. Ребят, кто уже присоединился, скажите, как слышно вообще голос и, может, фон. Салют, фейковый попс. Все слышно, это хорошо. Ну, соточка набежала, хорошо. Вообще, как дела, народ? Спички, брауз, запятые, камон. Илюх, салют. Как оно? Короче, тут какой-то подкаст играет или типа того. Что-то вроде хаусовое. Начало нулевых, возможно. Ну, по стилю, по крайней мере. Ну, наконец-то я увидел эти вопросы. Типа, где прогресс? В интернете не был 100 лет просто. Особенно в прямом эфире. Да, все ждут дропа, камон, пацаны. Еще один фейк, what's up? Где Lil Diamond? Слушай, ну он как всегда в топе. Принц стал королем, как говорится. Интересные слова пишете. Во, прикол, тут можно, оказывается, дропнуть на зумчик. Да, у меня тут какой-то напиток хороший. Бля, это только что бокал разбил, в общем. Ну и там было что-то крутое. В стиле... В стиле настойки. Или что-то такое. Что предзнаменовало запуск эфира. Малыш, таких вопросов не задают в ПД. Сап-сап. Во, прикол, я могу смотреть, кто меня смотрит. Привет всем пацанам. Да, я вижу, пацаны, кто смотрит. Девчонки, what's up? Кто в Уфе из вас, ребят? По крайней мере, 5 друзей тут вижу. Знаю, Савелий у нас не в Уфе точно. Тут еще ребята с Москвы, с Нью-Йорка. Ну, пиздец, я крутой. Я что, поделен? No, bro. No. Да, тут 2 сниппета, короче, просочились в сеть. Один из них про спички, второй, не знаю, видели или нет. Там пара слов про... Не помню точно про что, но это сниппет со второго трека, короче, который записан. Одним из первых на этот релиз. Салют, Нью-Йорк. Да, у Подилина там праздник. Переходите. Вот так можно сказать по ссылке. Ну, вы поняли, о чем я. Интересно, есть еще музыка в этой подборке? Интересно. Интересно, если я сейчас нажму вот эту кнопку «Эфир сохранится», останется ли эфир? Салют всем, кто подождал секундочку. Да ладно, вы что тут орете? Кекнули что ли, бейс? Да, на самом деле, iPhone это хорошая вещь, но у меня пара айфонов просто валяются разъебанные с кучей информации.
Ну, сейчас у меня другой мобильник, и это хорошо. Салют, Immortal Prince, там у него джинсы какие, джинс. Был такой тариф, кто там... Олдфагами уж не назову пацанов, но кто шарит. Салют, Барачо. На самом деле, чисто из-за музла решил запустить трансляцию. Хорошее музло. Как-то хотелось продемонстрировать, что ли, каких-то треков, не знаю. Интересно. Во-во. Камон, в Нью-Йорк отправимся на секундочку. Это телемост. Получится ли? Здорово. Привет, как дела? Да все ровно, как у тебя. Ничего, нормально, я гуляю. Хожу, смотрю на людей, прикалываюсь. Они смотрят на меня тоже. Вот мужик тоже смотрит на меня. Таймс-сквер? Нет, я здесь рядышком с домом сейчас, где башни-близнецы раньше стояли. Вот, я здесь живу. Как Уфа, ты что-то... Чё решил выйти в прямой эфир? Я нихуя не вижу еще. Да блин, прикол в том, что, короче, я сейчас подсоединился к вот этой трансляции двойной. И типа из-за этого пропал весь саунд, прикинь. Я тоже заметила это. Я еще такая хотела подвигаться под музыку. А у тебя музыка стояла с телефона, что ли? Ну да, да, да. Прикол. Че, когда приедешь? В Нью-Йорк? Да. Давай, идем перегонять. Здесь очень круто. Меня вчера продинамили. Меня вчера продинамили ребята из Уфы. И со мной не встретились, короче. Я хочу, если есть возможность, передать, сука, нахуй, идите, ребята, что меня продинамили. Надеюсь, что вы смотрите эту трансляцию. Я вчера сидела дома 2 часа, 3 часа их ждала, а они мне ничего не написали, представляешь? Дубняк. Слушай, ну для такой хуйни бывает, ну типа, личный твиттер через мой, через мою трансляцию кого-то нахуй посылать, это типа слишком жестко. Вот. Сегодня пойду кататься сейчас, короче, на вертолете. И буду это, вам все записывать. Тебе все пофоткаю и покажу потом. Ладно, тогда жду комментов. Да, фоток. У меня через 10 минут хорош уже отлет, поэтому я побежала. Давайте. Всем пока. Камон, камон. Все круто, вот такие друзья, путешественники, так сказать. Блин, у меня... Странно, странно. Apple Music почему-то не стакается. А вот стакается. Да, в Киеве было клево. В Киеве круто. В Минске тоже круто, но иначе немного. Вот тут вопросы по делу. Ну, скоро, что-то будет, наверное.
Пока я только видел из нового музла Салуки, наверное, последнее, что я слушал. Да что-то мало прикольного музла сейчас дропают, я хуй знает. Basic Boy переслушивал сегодня, звонил ему, все четко. Сейчас играет Дельта. Что, может, какие-нибудь хорошие вопросы, интересные, не по алгоритму отправите? Было бы интересно. Прикольный музон, но прикольный, довольно емкое слово, так что я думаю, кому-то точно зайдет. Людям зайдет. Кому-то точно зайдет. Ну, такие дела. Ну, что-нибудь расскажу в релизе. О том, где был, где не был. Где тусил. Закидывай стикеры, хули. Что думаешь, Аглибаст спал? Ну, интересный вопрос. По моему нику в Инстаграме можно что-нибудь доподумать над этого вопроса. Да, сегодня смотрел про Рокки эту темку. Там типа Подилион на бите, вся хуйня. Как-то раз, когда последний раз еще виделись с Подилионом, когда он мне заценивал этот трачок, ну, было прикольно. Ну и респект Лил Дождь, походу. Чоп. Сироп. Опять шиза пошла. Ну, весь... Давайте, напишите, что там хорошего есть послушать. Мне интересно, что сейчас нынче слушает молодежь. Кудаки есть просто как шмот, как чекайте сайт. Да, я только сейчас понимаю, что играет лютая дичь. Ну, Дельта хули. Тысячи какой-то там... А, эта песня вообще называется... Что-то типа депрессив. Нахуй это говно. Что у нас дальше? Какой-то трек. Ну, что-то веселое. Крем-соду послушай, слушай. Ну, блин,
Я слушал их трек. Клип один из лучших, что я видел за последнее время, честно говоря, у Крем-Соды. Вот что могу сказать насчет них. Слушал. Вроде как. Очень салют. Ноня. Тайлера, кстати, не послушал. Неохота. Время для Тайлера. Да. По вечеринке. Топский Павел. Чего, да в гриф что-то вышло, надо подзайти. Ну, в общем, такие дела, ребята. Тусую, вот, думаю, на прогулку какую-нибудь выбраться. Потому что сидеть музло слушать можно, конечно, долго. Писать музло можно долго. А можно и быстро. Ну, вы понимаете эти шутки, надеюсь. Кстати, Glam Go Gang какой-то устраивает пикничок. Выглядит это все, по крайней мере, круто. Вот. Ну, вот, наконец-то что-то клевое заиграл. Анют, привет. Ты в Уфе? Слушай, ну вся эта политика, это пиздец, ну вы чё, пацаны? Мне кажется, Мирон как раз в политику и собирается сейчас съёбывать с букинг-машина. Может, ты уже сделал это. Сегодня только был базар, типа, живы ли те, кто покупает шмотки. Ну, слушай, у меня есть шмотки, я их покупаю. Бывает.
Как будто Никельбэк. Вроде да. Ну, ладно. Что? Когда новый четвертый доуптей, пацаны? Ладно, чувствую, ребят, вам нужен какой-то контент, а не просто эфир. Если посмотреть на график моих прямых эфиров, я думаю, скоро что-то прикольное получится относительно моего чувства времени. А, так что... Халло, брачос! И на этой хорошей нотке могу вам сказать, что stay tuned, вся хуйня, цитаты и I'll call back later, so пока, ребята. По поводу всего, что вас интересует, покупки, продажи, даты, пишите мне, либо просто ожидайте. Это хороший сезон. Мой выход, брат. Окей, брат.